Салах Абдеслам, подозреваемый в организации ноябрьских терактов в Париже, в среду утром был экстрадирован из Бельгии во Францию. Сообщение об этом распространила прокуратура Брюсселя, когда Абдеслам уже находился на французской территории. Транспортировка подозреваемого проводилась в обстановке полной секретности, чтобы избежать побега и освобождения Абдеслама сообщниками, возможно, по-прежнему находящимися на свободе. Ранее в прессе появлялись сообщения, что экстрадиция планируется на начало-середину мая. После терактов в Париже 13 ноября Абдеслам беспрепятственно покинул Францию, пройдя две полицейские проверки, а затем, уже находясь в международном розыске, 4 месяца жил в одном из брюссельских пригородов.